нам обратились люди, которые не могут получить свои автомобили, которых у них забрала ГАИ. Не представители исполнительной службы, как по закону полагается, а гаишники. Отобрали и сказали, у нас стоит на штрафплощадке. Заплатите штраф и получите обратно. Люди платят штраф, приходят, а им говорят, нет вашей машины здесь. Они говорят, где наша машина? Вы знаете, она на другой стоянке. Идите туда и разговаривайте. Люди приходят на эту стоянку, а им говорят, подождите, это вы государству заплатили, а это частная штрафплощадка. И вам надо заплатить за вот эти два дня 2000 гривен. Они говорят, подождите, но за что? У нас контракт с ГАИ, и мы имеем право. Фирма называется «Олен Плюс». И когда мы сегодня зашли на такую стоянку, которую не могла разобраться дорожный контроль, Дзиндзя и все остальные, первое, что мы услышали, у нас высокие покровители в милиции, их сейчас приедут нужные депутаты. Я скажу честно, милиция приехала помогать нам. Депутатов не видел, кроме себя. Стоянка не могла работать без крышевания. Да, да, того слова, которое мне понравилось, без крышевания. Эта стоянка стопроцентно, это обычная прослойка между МВД и обычными гражданами Украины. Но самое интересное даже не это. Приходя на стоянку, сегодня, например, когда этот сюжет был онлайн по телевизору, примчался человек и говорит, я свою машину полтора года ищу. Ой, она здесь, наконец. Я говорю, как вы раньше не могли ее найти? По 1000 в день сколько же заплатит? А он, самое интересное, говорит, да, 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 радостно открывает машину, а там вырезаны аэрбэги, отсутствует аккумулятор, нету магнитолы. Ничего нет, машина раскурочена. Он в ярости бежит в прокуратуру писать заявление. И там, я закончу сейчас. А ему говорят, вы знаете, а сейчас вот депутат попиарится, уйдет, и это заглохнет. Так я хочу объяснить. Я не пиарюсь. Я это доведу до конца. Сначала эту стоянку, а еще в Киеве таких 9. И вот до тех пор, пока МВД, люди в МВД будут зарабатывать на таких вещах, у нас реформа будет на словах, и Майдане не сложится.